Как правильно выходить в море на лодке? Об этом нам рассказали в службе государственной инспекции по маломерным судам. Если гражданин затеял порыбачить на лодке весом более 200 кг или с мотором мощностью более 10 лошадиных сил, такое средство передвижения необходимо зарегистрировать. Лодки весом до 200 кг в регистрации не нуждаются. Главное — надеть спасательный жилет и сообщить в МЧС о выходе в море. За нарушение в регистрации маломерного судна могут выписать штраф. Сотрудники ГИМС контролируют водную гладь ежедневно. За текущий год выявлено около 60 нарушений. Грубых нарушений выявлено очень мало, 5 всего, то есть менее 10%. Значит, это такие нарушения, как эксплуатация судна без прохождения освидетельствования и эксплуатация судна лицом, которое не имеет прав. Во избежание проблем с сотрудниками инспекции, пройти процедуру государственной регистрации и освидетельствования маломерного судна можно в центре ГИМС Главного управления МЧС России по Магаданской области по адресу улица Новая, 4Б.